chciałem, żebyś... Czekam na twoje przeprosiny za dzisiejsze zachowanie. A co, ja nie tak zrobiłam? Co? Pomyśl, zastanów się. To, że ja psychowała? Во-первых, это твой документ. Во-вторых, ты должен за него был отвечать. А это что, аж так реагировать? Ну, Милош, ну, у меня уже сил нет. Ну, сколько мы будем? Я не знаю, мы уже... Сколько еще это будет длиться? У меня такое ощущение, что я не знаю уже. Ну, у нас, конечно, с тобой испытания. Это вообще просто, я не знаю. То, что дают там... Время на обдумывание, мы с тобой уже сколько лет обдумываем. Тыле часу jesteśmy już разом и zawsze ci mówię. Не денервуйся, бо якщо денервуєш. Меня это и нервирует, то что мы есть вместе, а не можем сделать документы и... Сейчас проедем. А не можем сделать документы по-человечески, чтобы дальше делать свои дела. И получается вся загвоздка в этих документах. А что нервы дадут в такой ситуации? Ну не знаю, но я не люблю эти все бумажные волокиты. Все. Ча, понимаешь? Треба съесть, не? А? Треба то как-то съесть. Не знаю, я уже устала от этих сборов документов, от этих поездок постоянных, от этих визитов, куча писем. Я уже не знаю, где какое письмо, что нужно, что не нужно. И это только начало, коханый. Это только початок. Початок, то видишь, давно был. Нет, так дело в том, что... Сейчас это дело закончим, а потом еще столько нужно будет всего сделать, столько документов переделать, новые сделать. Причем и тебе, и мне. А в чем ты видишь проблем? Поехать, выполнить все внески, выменять документы. Чекаешь он документ, отбираешь документ, я не вижу жадного проблема. А я вижу проблему, потому что время идет. Кохана. Еще фотографии, что мы будем сделать? Ну, фотографии. Тебе, походу, наверное, придется ездить в Тихонов. Мне надо будет ездить в Варшаву. Опять же, зарегистрироваться, встать в очередь. Там этот консулат украинский вообще не принимает никого. Это... А сейчас точно не потребный консулат? А, ну, с двумя паспортами. Ну да, они не принимают, туда не запишешься. Это так... Я не знаю, для меня это головная боль, реально. Я не понимаю, почему я должна так мучиться и не могу спокойно взять и сделать все документы. Почему я должна так мучиться? Не только ты. И мы, кстати, нагреваем, и толку, что мы нагреваем нашу розмову, ежели у тебя окно отварте. И ниц не слыхать. Что? Не переживай. Я не переживаю. Так, тут поворачивает, тут едет прямо, а тут у нас с чеком. Этот поворачивает, этот прямо. И чисто. Ну и сейчас я поеду. Я успею. Все. Я просто не люблю вот эту бумажную волокиту. Для меня это проблема очень большая. А в чем это проблема? Ну, а тебе нравится вот это ездить туда-сюда, по жарюкам, эти визиты все? Бывает такое, что там, вот опять же, мы поехали, я заболела с этим ухом. Ну, как бы, я не знаю, я не люблю это. Я просто считаю, что вот это время, эту энергию можно потратить на что-то полезное, а не на то, что мы ездим этими бумажками постоянно. Занимаемся. Лучше бы реально что-то полезное было бы. Уже сделать эти документы, я бы могла уже даже пойти найти какую-то подработку себе. Понимаешь, о чем я говорю? А так я, получается, как белка в колесе, вот так кручусь, туда пошла, нельзя, сюда пошла, нельзя, сюда пошла, нельзя, надо сделать то, и я уже столько времени потеряла, по факту я бы уже могла миллионершей стать.
Уже столько денег могла бы заработать. Уже могла забор новый дома сделать. Нет, я бегаю, бумажки собираю. И когда этому будет конец, и когда я наконец-то уже смогу спокойно работать и выполнять свои желания, неизвестно. И, кстати, ребята, кто там скажет, а почему ты не можешь пойти устроиться, потому что люди, которые приехали после 24 февраля 2022 года, то у них, как сказать, больше привилегий, так, коханы, в Польше. Они могут открыть и ИП, и ЧП, и какой-то свой бизнес сделать. Им помогает панство, дает, как сказать, первую сумму, вот этот первый вклад, да, для развития бизнеса какого-то. Ну, это если кто-то хочет, как бы, бизнес свой. Плюс еще ты можешь пойти устроиться на работу беспроблемно. Что еще? Документы ты можешь тоже сделать. Короче, можешь все сделать, было бы желание. А я нет, потому что я приехала раньше. Есть на иных засадах. Я есть на иных засадах, да. Для меня совершенно другие законы действуют в Польше. И для того, чтобы мне пойти на ту же работу устроиться, мне надо, как сказать правильно, легализировать себя, да? Але фактично я так помышлю, что найперв пандемия, а позже... Ну да, да. Одразу с початку пандемия нас заскочила, можно поведеть, позже... Пандемия, już, можно поведеть, уже так не działa на ту вольность человека, а... Да. А teraz ten хуй его Путин... Тихо, ну тут я ж видео наблюдаю, вот это все. Ну, а як? Ну, выражайся, пожалуйста, это без матершинства, а то меня заблокирует YouTube. Мало того, что и так у меня ни партнер, организации нет, потому что подписчиков нет 1000, так ты еще мне хочешь, чтобы вообще меня закрыли YouTube. Закрыли. Это, да, я, получается, приехала в середине октября 19 года или какого, или 20-го, я уже запуталась, когда я приехала к тебе. 15 на ящик, пусть на ящик. Да, в середине октября 2019 года я приехала к Милошу, и у меня была годовая виза. Приглашение. Да, приглашение было. Потом, и получается, мы встретили Новый год. Ой-ой-ой-ой-ой, я успела. Мы встретили Новый год. И в феврале у нас началась пандемия в Польше, и с февраля месяца мы вообще были дома сидели, мы не могли не то что там документы какие-то подавать, мы вообще не могли никуда выехать даже. Помнишь, был период, что вообще даже в магазин нельзя было выезжать? Но... Вот. Потом, я уже не помню, когда мы... Потом нам сначала сказали, мы пошли, я пошла в Ужонт праці, мне сказали, что я могу работать. Милош меня оформил, да, на работу. Но опять же, для чего это делалось? Для того, чтобы я могла получить карту и легально пребывать на территории Польши. Но когда мы поехали сдавать документы на карту, мне сказали, а на каком основании вы работаете? Вы не можете работать. Я говорю, как не могу работать, если... В Ужонде праці мне сказали, что я имею право работать. Они говорят, нет, у вас... Ты же вчера не приехала. Нет, я не могла, мне надо его пропустить. Он помеха у меня с левой стороны, коханый. Я за керовницей, давай я буду после новой. Нет, коханый, он имеет преимущество, я обязана его пропустить. Даже если я могла, это... Я ж не, извини меня, не дебилка, что... Я втискаюсь, прошу тебя. Я не втискаюсь. Я ж не дебилка, чтобы нервировать и водителя, и себя подставлять в свою машину. Чекай. Нет, я не буду чекать, пусть он проезжает. Короче, ребята, то пандемия, то пятая, то десятая. Сказали, что можно так сделать, я так не смогла сделать. Мне в Ужонде сказали, что нет, вы не можете так сделать. Я имею в виду в Ужонде, скажи, чудоземцев, чи как это? Ну, короче, на карту, где подаешься. Уже до справки, что да.
поэтому потом мы начали другой вариант искать, как сделать, третий, пятый, десятый. Потом там сказали, что мы сейчас не можем вас принять, потому что пандемия, потом то, все. По концовке мы столько всего сделали, а по сути надо было изначально делать так, как мы последнее сделали, да? Ну, я потом вам расскажу конкретно, ну, что и как. Наука была, да, ну, потому что не знала. Я потом конкретно расскажу, что и как, пока не буду говорить, пока мы не доделали до конца это все дело. Я думаю, что другой раз того самого не будем делать, но будешь могу ответить, потому что... Да, я расскажу все подробно, когда мы доделаем уже до конца свое дело. Если люди окажутся в такой же ситуации, как и я, чтобы хотя бы понимали, не делали таких ошибок, как я, и не тратили свое драгоценное время, ну и пеньонзы тоже, потому что денег мы потратили очень много, да? Но на самом деле карты убитую, как там... Два или три раза я подавалась на карты. Три раза, ребята. Один раз я платила 400 злотых, да, по-моему, а два последних по 600. Все, и мне деньги, естественно, никто не возвращал. Хотя там можно было написать какое-то заявление, но, честно говоря, я думаю, вряд ли бы. Ладушки, едем в Ужонт, мне надо пойти забрать документы, и потом мы едем в другой Ужонт. Что-то слишком долго мы болтаем. Кохана, начиналось наше видео с того, что ты хотел, чтобы я тебя припросила за то, что я денервувала. Ладно, не занимаешь тема, Кохана, 10 раз больше приехала. Коханы, я за керівницей, не ти. Я буду робити то, що я хочу робити. Окей? Добре, сміюся тільки в тим парті. Ти смієшся зараз надо мною, або що? Ти взагалі в мене не віриш, або що? Я нікому не вірю. Очень смішно. Все. Побіжала. В тюнгу 10 днів. Приди тебе отповедь на имейл твой. Але может статься так. Сейчас, подождите, пожалуйста. Ну, что я? А, я неправильно сделала, подождите. Может случиться так. Сейчас, кухонный. Сзади женщина идет. Может случиться так, что тебе сначала придут деньги на конто, а потом только придет письмо на e-mail. Ну, это значит ошибка, я же пеньон знаю. 30 дней. Сейчас, пани, подождите. А зачем вы поворот включаете, если вы туда едете? Я ничего не понимаю, что она делает. Как-то она так резко поехала, я немножко даже пристрашилась, увидела, как она газанула. Ничего, мы до дома, так? Так, так, до дома, горонцы не могу, жарко. Домой хочу, я уже в душ опять хочу. Что, они едут вправо за отсечку? Сегодня мы быстро, ребята, вообще забежала туда, там забрала декларацию, прибежала сюда, здесь еще там проверили все, сделали, все, все, отличненько, давай опять. Все, едем домой отдыхать. Я не знаю, сегодня пойду я на огород, ну, в смысле... Где в таком погоде? Уезу, я вчера так устала, у меня аж пульс потом так стучал, мне так плохо было, тошнило аж от того, что я перегрелась. Сегодня очень душно. Может, мы поедем покупаемся? У меня что, еще не видит тем. Уже жадный буш, манебуч. Кухонный, может мы поедем покупаться? Кухонный, если хочешь ехать покупать, то без зима. Ну как без тебя? Я не могу еще меньше в такой погоде. Начинается. Я еще не по гневам. Ну тогда я тебя завожу домой, одеваю купальник и все, до видзеня. Альгуша поехала купаться. Ну сейчас бываешь, не получишь. Я не хочу сама, если бы это близко было. Если бы это было близко, я бы сама поехала. А так ехать, извини меня, только на одну дорогу полчаса тратить времени туда и обратно. Топш. Моя пироженка. Моя пироженка красивая. Заехала быстро помыть мустанг, потому что настолько пыли на нем. У меня, честно говоря, сердце кровью обливается, когда он грязный. Быстренько надо помыть.